В эти минуты в спортивных залах ФОКа Прикамье и ДЮСШа кипят волейбольные страсти. На спортивных площадках встретились лучшие команды по волейболу со всего района, прошедшие школьный отборочный этап. Мы тренируемся уже третий год. Ну так-то нам нравится это все. Я считаю, что наша команда сильная. В том году мы ездили в село Верхнеаркеево, заняли первое место. Потом поехали в этом году в село Бураево в марте. Заняли там четвертое место. Посмотрим, как получится. Тренировались на протяжении всего года. Приехали, чтобы победить. В прошлом году мы заняли второе место. Я считаю, что это довольно неплохой результат. Побороться за возможность представлять свой район на зональном этапе соревнований по волейболу приехали 8 команд юношей и 7 команд девушек. Это учащиеся 7-8 классов. Мы сегодня проводим на спортивных залах ФОК Прикамье и ДЮСШа районные соревнования по волейболу. Школьная волейбольная лига. Школа района сюда приехали, и они будут сегодня соревноваться на районном этапе, и потом сильнейшие выезжают на зональные соревнования по волейболу школьной волейбольной лиги. По школьной волейбольной лиге в этом году, это получается, с начала года мы уже проводили вот такие соревнования. Это уже второй раз мы проводим. В прошлом году мы проводили среди 10-11 классов. Вот в этом году проводим среди 7-8 классов по положению школьной волейбольной лиги. По итогам соревнований сильнейшим командам среди юношей и девушек предстоит выступать за Краснокамский район на зональном этапе. Он запланирован на декабрь. Так что у победителей еще будет время, чтобы основательно к нему подготовиться и выйти на республиканские игры.